Варю свою любимую шурпу, да еще и под кого? Под него! Мой любимый Соломон! Баранина на подходе. Ох, как я люблю этот супчик! Очень люблю. Кстати, на шурпу все режется крупно, кто не знает. Узбеки вообще целиком все варят, потом отдельно достают. Морковку, лук, картошку, отдельно бульон и отдельно мясо, все это выкладывается. И каждый берет сам себе сколько кто хочет. А я варю немножко упрощенно, то все равно хотя бы четвертую или пополам делаю. Блюдо из барана не делается. Неважно, первое или второе блюдо. Зира.
очень мало. Достаточно, видите, да? По-мужицки сейчас крупно. Это я вам не борщ готовлю там или любой другой рассольник, неважно что. Сорян тут бонус. Там да, миленько режу. Не думайте, что я не умею. Я умею еще так мелко резать, как вы не умеете. И причем очень быстро. Картошка вот в таком состоянии. Но ее потом попозже, когда сварится все то. Печку одни ведро.
ножом закончено. Больше он не нужен. Заправка, чеснок и зелень. Это самый конец. Предварительно баранину часа два варить надо. Варится на среднем огне. А потом начинаешь овоща заправлять и все остальное. Вот оно, как оно и есть, вкусняшка. Шурпа готова. Все, пока, до встречи в ленте.